Добрый вечер, дорогие слушатели, зрители. Мы начинаем сегодняшнюю нашу встречу. Я хотел бы начать эту встречу с двух замечаний самого общего характера. Прежде всего, я хотел бы извиниться перед уважаемой аудиторией за возможную невнятность моего изложения, потому что сложные условия, в которых мы сейчас находимся, наложили ограничения на формат нашей с вами встречи. И мне, в жизни, мне сегодня предстоит впервые выступать перед фактически пустой аудиторией, то есть аудиторией, с которой у меня нет контакта, и в существовании которой я, строго говоря, даже не могу быть уверен. Второе замечание, которое мне хотелось бы сделать с самого начала, касается темы, которую мы с замечательными организаторами из гаража предлагаем вашему вниманию. Тема моего выступления звучит может быть очень претенциозно. Питер Брегель старший, Джон Ло и социология сложности. С чем связана эта тема? Почему она звучит таким именно образом? Если отвечать честно на этот вопрос, то это выражение некоторой интеллектуальной авантюры. Почему это интеллектуальная авантюра, я постараюсь объяснить чуточку ниже. Но прежде всего давайте обратим внимание на то, что в названии этой темы звучат два имени собственные. Это Питер Брейгель, фламандский художник XVI века, и Джон Ло, британский социолог конца XX-начала XXI века. Что, собственно, объединяет эти две фигуры, между которыми очень много лет? Питер Брейгель-старший, гений северного возрождения, фигуры, которые едва ли нуждаются в некотором представлении, нас с вами до сих пор завораживают интеллектуальные и визуальные уловки, многочисленным образом рассыпанные по его рисункам и живописным полотнам. Это человек, который обладал феноменальным техническим мастерством отображать детали на своих изображениях, оставляя их при этом распознаваемыми и конкретными. Это человек, который был великолепным мастером композиции. Все вы так или иначе знакомы с изображениями, которые произвел Питер Брейгель. А вот если мы с вами обратимся к фигуре Джона Ло, здесь ситуация является более сложной. Джон Ло – британский социолог, который родился в 1947 году. Его академической вотчиной является Центр исследования науки Ланкастерского университета – при этом Джон Ло работал во многих других академических институциях. Например, одно из последних мест его работы – это Саамский университет прикладных наук в Фюльке Финмарк в Норвегии. Когда мы с вами говорим о Джонни Ло, то первое, что приходит на ум, это то, что Джон Ло является одним из самых видных представителей одного из главных трендов современных социальных исследований, которые получили название Science Technology Studies или STS. Так как это важно, давайте я попробую это изобразить на той доске, которую мне предоставили наши замечательные организаторы. Science Technologies Studies. Более того, Джон Ло считается одним из родоначальников так называемой акторно-сетевой теории наряду с Бруно Латуром и Мишелем Колоном. Он написал несколько книг. Одна из них была переведена на русский язык. Книга называется После метода беспорядок и социальная наука. Но в основном Джон Ло является автором многочисленных статей, большинство из которых написано в соавторстве. И вот здесь мы с вами сталкиваемся с достаточно любопытным обстоятельством. С одной стороны, Джон Ло, согласно достаточно общему мнению является одним из самых видных и интересных современных социологов. С другой стороны, если вы обратитесь к некоторым каноническим пантеонам великих социологов, вы его там не встретите. Там будут имена такие, как Пьер Бурзье, Энтони Гиденс, Николас Луман, Товино, Болтанский, сам Бруно Латур, но Ло как-то не представлен в некоторых Способах выстроить пантеон великих современных социологов это странная ситуация. Ситуация, странность которой удваивается тем, что если мы с вами посмотрим на стандартные программы курсов в наших с вами университетах, то вы с большей вероятностью встретите Джона Ло в курсах на философских факультетах, чем на социологических. Надо сказать, что сам Джон Ло дал немало поводов для подобного рода. Перепозиционирование, если так можно выразиться. Если посмотреть его работы, философское, сложное, респектабельное слово «онтология» встречается в его работах гораздо чаще, чем слово «социология». Тем не менее, что, собственно, объединяет Питера Брейгеля и Джона Ло? Мне удобно или приятно, или хочется думать о том, что одним из мотивов, который объединяет Брейгеля и Джон Ло, является мотив путешествия. Путешествие медленного, путешествие исследовательского, путешествие наблюдающего. И Джон Ло, и Питер Брейгель являются великими путешественниками и великими наблюдателями. Это способ путешествия, который предъявляет мир в некоторой нередуцируемой его сложности. Если мы с вами обратимся к биографии Питера Брейгеля, мы о ней практически ничего не знаем. Мы даже не знаем точного года жизни, года, извините, года рождения Питера Брейгеля. Но есть один факт, который не вызывает у многочисленных исследований Брейгеля никакого сомнения. Это факт путешествия в Италию. Если мы с вами посмотрим на изображение, которое создал Брейгель, будь то в графической форме или в живописной, мы с вами сразу же сталкиваемся с изображениями удивительной сложности. Например, то изображение, которое вы сейчас видите, это известная гравюра Брейгеля под названием «Алхимик», которую он создает в 1558 году. Вы можете обратить внимание на то, что это изображение, которое практически не содержит пустот. Перед вами совершенно сумасшедший по сложности визуальный ландшафт, который, как большинство картин Брейгеля, как бы э, приглашает нас к некоторому визуальному номадизму. Это, э, это изображение, как и большинство картин Брейгеля, я это подчеркиваю, приглашает нас э, совершить некоторые путешествия, визуальные путешествия со своими собственными остановками, ускорениями, замедлениями, местами отдыха или препятствиями. Мы обратимся к этому изображению чуть ниже. Э, Теперь, что касается Джон Ло, Джон Ло тоже в определенном смысле является великим путешественником. Мало того, что он очень активно перемещался по различным академическим институциям, это то, что социологи часто описывают в терминах академической мобильности. Но дело в том, что Джон Ло не является кабинетом социологом. Он постоянно находится, если так можно выразиться, в социологическом, в социологическом поле. Если мы посмотрим на диапазон его исследований, он поражает своей широтой. Джон Ло начинает как исследователь португальской колониальной экспансии XVI века, потом обращается к организационным исследованиям. Также он проводит исследования в ядерном центре Великобритании под Ливерпулем. Это человек, который занимался исследованиями социальных и медицинских техник обращения с печенью, которая поражена алкоголем. Это человек, который исследовал очень сложные, до сих пор существующие, туземные практики саамов в области, например, рыболовства или оленеводства. Исследовательский диапазон, еще раз повторяю, Джон Ло, просто поражает. Если мы с вами обратимся к одной из его главных работ, это книга, которая получила название «После метода», она переведена, как я уже говорил, на русский язык, мы с вами можем обратить внимание на то, что эта книга организована как своеобразный путеводитель. Это не учебник по методологии, это не абстрактное рассуждение о том, как должен быть выстроен научный метод. Это путеводитель по самым разным исследовательским местам и исследовательским ситуациям. Вместе с Жоном Ло, читая эту книгу, мы с вами попадаем в эндокринологическую лабораторию Института Солка. Солка – это выдающийся американский эндокринолог, который получает за свои открытия Нобелевскую премию. Мы попадаем с вами на молитвенное собрание квакеров – мы присутствуем с вами при крушении двух поездов под Лондоном. Мы с вами попадаем, собственно, в ядерный центр Великобритании. Мы с вами оказываемся в Австралии, в священном месте аборигенов, около горы Урулу. Джон Ло тоже является великим путешественником. И вот мне хотелось бы думать о том, что один из главных моментов или элементов, которые позволяют каким-то образом сопоставить Брейгеля и Ло, это, собственно, вот этот мотив путешествия. Путешествие не Феликса Фога из известной повести Жульверна, которому важно не узнать мир, а поставить мировой рекорд скорости, а путешественники, которые прежде всего выстраивают путешествие как очень сложную исследовательскую стратегию. Но, я не буду сегодня спекулировать на теме путешествия. Мне хотелось бы использовать связку Брейгель и Джон Ло в другом контексте. Я сейчас это постараюсь объяснить. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к этому контексту, давайте с вами посмотрим на то изображение, которое находится перед вами. Итак, это одна из самых известных, как я уже сказал, гравюр Брейгеля – она получила название алхимик. Она существует в нескольких версиях, которые отличаются друг от друга по колористическим решениям в процессе печати, так и есть варианты, которые являются взаимным как бы, зеркальным отображением друг друга. Перед вами один из вариантов этой гравюры. Есть некоторый набор стандартных интерпретаций того, что мы, собственно, видим с вами на этой гравюре. Вы понимаете, что Брейгель является одним из самых сложных в плане интерпретации художников. Так вот, я сейчас, с вашего позволения, сначала расскажу одну из стандартных версий смысла этого изображения, а потом мы с вами перейдем к тому, как мы с вами будем использовать гравюру Брейгеля в разговоре о Джонни Ло. Итак, алхимик. Фигура алхимика, да, фигура алхимика вы можете э, видеть в левой части этого изображения это вот этот вот мужчина, который склонился над печкой и производит какие-то манипуляции э, очень загадочного типа. Но э, сцена является очень богатой и алхимик не является единственным персонажем этого изображения. Центральную часть этого изображения занимает жена алхимика, которая красноречивым жестом показывает, что ее кошель является пустым. У ней нет ни гроша, чтобы накормить семью. Смысл экономического бедствия удваивается фигурами детей, которые вы видите вот в этой части изображения. Двое малышей залезли в пустой буфет в поисках пищи. Самый маленький из них стоит на дупуретке и протягивает к своим братьям руки, которые дрожат от голода. Казалось бы, смысл этой гравюры пределен ясен. Стандартная интерпретация исходит из того, что эта гравюра о некоторой всепоглощающей страсти и экономическом крахе. Всепоглощающая страсть — это алхимик. Он страстно желает получить философский камень, но вся его собственная страсть результируется в том, что его семья терпит экономический крах. Ему нечем накормить детей. Он проматывает в буквальном смысле все — если мы с вами посмотрим на некоторые детали этого изображения, а изображение Брейгеля требует обращения к многочисленным деталям, мы с вами увидим, что в правой руке в правой руке нашего с вами алхимика монета, которую он бросает в какую-то миску, что должно по большому счету символизировать то, что он готов на свои опыты промотать последний су, но не купить еды своей семье. По большому счету, мы с вами можем констатировать, что Брейгель, по большому счету, использует стратегию некоторой визуальной, визуальной моральной риторики. Это изображение является некоторым наставлением и некоторым предостережением. Не нужно предаваться своим страстям, забыв свои повседневные дела и свои повседневные обязанности. По большому счету, именно на это указывает фигура, которая расположена в в правой части гравюры вот этот мужчина, который сидит за пюпитром и читает, по вашему счету, мораль-алхимику. Но очевидно, что мораль уже запоздала. Все участники сцены не замечают вот эту вот фигуру, которая символизирует инстанцию некоторого морального порядка. Очень любопытная деталь этой гравюры заключается в том, что Брейгель использует достаточно распространенный мотив среди северных художников — это мотив открытого окна. Если вы обратите внимание, в правом верхнем углу мы с вами видим открытое окно, которое открывает некоторое дополнительное пространство. Но фишка этой гравюры заключается в том, что это пространство, которое не является пространством внешним по отношению к этой сцене. Брегель нам показывает, чем, собственно, кончается интеллектуальная авантюра алхимика — Здесь мы видим все то же самое семейство, алхимика, жену, детей. Обратите внимание, они очень хорошо узнаются по одежде. Даже ребенок, который вот здесь вот с котелком сидит в буфете, идет, собственно, за руку с отцом, тоже с этим котелком. Куда идут эти люди? Экономический крах алхимика приводит к тому, что алхимик вынужден сдать своих детей в приют. Вот это место. Госпиталь. Брейгель а, не поленился а, в открытом проеме госпиталя, как бы умножая в очередной раз пространство, изобразить лежащего на постели человека. А, очень много любопытных деталей в этой картине. Например, а, крах, поражение, одновременно интеллектуальная, потому что алхимик не нашел философского камня, и экономическая, потому что семья приходит, собственно, к распаду, подчеркивается Брейгелем, в том числе в очень любопытных прорисовках. Если мы с вами посмотрим на фигуру алхимика, который бредет обреченно и ведет своих детей в госпиталь, и посмотрим на его ноги, мы с вами увидим, что на этих ногах разная обувь. На правой ноге шлепанец, на левой башмак. Это как бы допол дополнительно подчеркивает всю ситуацию бедствия. Мы еще обратимся к этой гравюре. Она еще раз повторяю является очень как бы сложной навороченной. и навороченной. Собственно, сложность этой гравюры является одним из главных поводов для того, чтобы ввести эту гравюру в разговор о современном социологе Джонни Ло. Теперь, собственно, я хотел бы обратиться к тому, что я хотел бы предложить вам в качестве изложения сегодня. Мне хотелось бы провести некоторый эксперимент. Я прекрасно сознаю, что любой эксперимент так или иначе может закончиться поражением или крахом. Но мне очень хочется проиллюстрировать этой гравюрой Брейгеля возможный ответ на некоторый очень тривиальный и простой вопрос – я сейчас его задам чуть ниже в явной форме. Но давайте мы с вами вспомним. Джон Ло, британский социолог, представитель Science Technology Studies, то есть исследований науки и технологий. Это достаточно любопытное исследовательское направление. В чем, собственно, его любопытство? Обратите внимание на то, что мы с вами, как правило, науку описываем в терминах исследования. Но что происходит тогда, когда мы саму науку превращаем в некоторый исследовательский объект? Вы прекрасно понимаете, что о науке, особенно сейчас, говорится очень много, очень многими, в многих контекстах и разных тональностях. Но вопрос, который мне хотелось бы задать, может показаться вам выражением некоторого индивидуального симптома или идиосинкразии. В любом случае, вопрос, который я сейчас явным образом задам, это вопрос является выражением некоторого, если хотите, интеллектуального замешательства. Вопрос звучит следующим образом. Что вообще означает исследовать науку? Или что мы, собственно, изучаем, когда изучаем науку? Что означает превратить науку в исследовательский объект? Вот это одна из главных тем всех социологических исследований, которые провел Джон Ло под вот этой вот большой шапкой Science Technology Studies. Вы должны понимать, что исследование науки и технологии – это сложное семейство концепций исследовательских подходов, исследовательских трендов и так далее. Ло там является не единственным героем и персонажем. Вот, но, тем не менее, Сама загадочность вот этого интеллектуального предприятия превратить саму науку в исследовательский объект, начать исследовать науку. Что это означает? Мне хотелось бы использовать гравюру Брейгеля в качестве некоторой иллюстрации к одному из возможных ответов на этот вопрос. В этом, собственно, и состоит эксперимент. Возможно, неудачу которого я как бы прекрасно понимаю. Но гараж такое место, которое предрасполагает в том числе к некоторым интеллектуальным экспериментам и, может быть, даже интеллектуальным авантюрам. Мне нужен некоторый контраст. Почему? Если мы с вами посмотрим на палитру современных исследований науки, мы с вами обнаружим, что науку изучают многие научные дисциплины. Ну, например, науку превращает в свой исследовательский объект в философию. Различные социальные дисциплины также претендуют на то, чтобы исследовать науку. У нас есть на данный момент очень навороченная, я не побоюсь этого несколько неакадемического слова, дисциплина под названием «История науки», где постоянно совершаются какие-то совершенно удивительные открытия, связанные с наукой. Но мне нужен некоторый контраст. Как, где я могу найти этот контраст? Если мы с вами э, обратимся к Science Technologies Studies, один из возможных э, тезисов моего выступления может заключаться в том, что э, исследования науки и технологии и Джон Лоу, как э, видный представитель этого направления, предложили некоторый набор принципиальных новых способов исследовать науку. Но новых по отношению к чему? Прежде всего, по отношению к философии науки. Очень долгое время философия, потеряв монополию на то, чтобы производить знания о природе, удерживала монополию на то, чтобы производить знания о знании. Но примерно 40-50 лет назад социальные дисциплины самого разного профиля нарушили монополию философии на производство знания о науке или знания о знании и внесли принципиально новые способы исследовать науку. И вот, собственно, что, в чем, собственно, состояла эта новизна, я попытаюсь в некотором приближении сегодня рассказать, проиллюстрировав отдельные тезисы своего выступления гравюры Брейгеля. Давайте мы начнем со следующего, может быть, необычного хода. Хорошо, если мы ставим перед собой задачу исследовать науку, как мы можем это сделать практически? Что, собственно, нужно сделать для того, чтобы превратить науку в исследовательский объект, ее каким-то образом описать и объяснить? Что нужно сделать конкретно? Мне хочется в качестве некоторого принципиального контраста ввести две значимые фигуры. Одна фигура принадлежит философскому полю, другая принадлежит, собственно, полю социальных исследований. Первая фигура, которую я, собственно, введу, это фигура очень известного немецкого неокантианца Эрнеста Кассирера. Это одна из топовых фигур философии 20 века. Человек, который э, сделал очень много для э, философии, и в том числе для философии науки как таковой. Так вот, э, любопытная история, связанная с Эрнестом Кассирером, заключается в том, что э, когда Эрнест Кассирер писал свой главный философский труд под названием «Философия символических форм», он работал в библиотеке Аббюварбурга. Аббюварбург – это выдающийся немецкий искусствовед из школы, которого вышли, например, Эрвин Пановский или Эрнес Гомбрих, человек, который в 20-е годы 20 -го века организует в Гамбурге легендарную библиотеку, библиотеку Варбурга. Так вот, Эрнес Кассирер, который пишет свою философию символических форм, работает в этой библиотеке Абиварбурга. Что это означает? А это означает достаточно любопытную вещь. Философия символических форм вышла в трех томах. Первый том был посвящен мифу, второй том был посвящен языку, а вот третий том был посвящен познанию. Для кассира познание ⁇ это наука. Соответственно, третья символическая форма ⁇ это наука. Откуда, собственно, кассир узнает о том, как устроена наука? Понятное дело, здесь сыграла роль его блестящее университетское немецкое образование, но он идет за знаниями о науке в библиотеку. Он читает книги. Через 50 лет Бруно Латур, один из отцов-основателей Science Technology Studies и одновременно актерной сетевой теории, делает принципиально другой ход. В 1975 году Бруно Латур появляется в эндокринологической лаборатории, которую возглавляет друг его семейства Солк. Я уже упоминал эту фигуру. Это Нобелевский лауреат по нейрофизиологии. И проводит два года в этой лаборатории. Я не знаю, насколько вы чувствуете контраст между вот этими двумя принципиально разными демаршами. Чтобы узнать о том, что такое наука, я иду в библиотеку. Или, чтобы узнать, что такое наука, я иду в лабораторию. Один из моих тезисов будет заключаться в том, что то, что обнаружил Латур в лаборатории Солка, очень напоминает нам, по крайней мере, стилистически, гравюру Брегеля. Но для того, чтобы понять этот контраст, нам нужно с вами представить это различие в более аналитических терминах. Здесь я прошу у вас извинить меня за то, что мое возможное изложение сейчас станет более абстрактным и, может быть, менее понятным. Но, к сожалению, так как я вынужден что-то рассказывать в отсутствии живого контакта с аудиторией, я не могу никаким образом подстроиться под ваши ожидания и под ваши компетентности. Давайте мы с вами представим следующую вещь. Хорошо, у нас есть такая дисциплина, под названием философия науки. Мы, по большому счету, всегда исходим из некоторой двойной презумпции относительно науки. Первая презумпция носит, как говорят философы, антологический характер. Мы просто предполагаем, что наука каким-то образом есть. Она существует. Это антологическая презумпция. Но у нас с наукой часто связана и эпистемологическая презумпция. Мы можем изучать науку, и по факту мы это делаем. В качестве одной из дисциплин, которая претендует на то, чтобы исследовать или изучать науку, является философия науки. Одним из блестящих представителей, которых был как раз упомянутый мной Эрнест Кассирер. Но давайте зададимся вопросом: а что собственно изучает философия в науке? Что собственно происходит в философии? когда философия превращает науку в исследовательский объект. Вы должны понимать, что философия науки гораздо лучше институлизирована, по крайней мере, в нашем отечественном контексте, чем, например, Science Technology Studies или исследование науки и технологий. У нас с вами есть многочисленные кафедры философии и методологии науки на факультетах и университетах. У нас есть соответствующий сектор в Институте философии. У нас проводятся многочисленные конференции и конгрессы, посвященные философии науки. Как раз один из них пройдет буквально через неделю в Питере. Это предполагает, что философия претендует на то, чтобы работать с наукой в некотором исследовательском режиме. Но что, собственно, исследует философия в науке? И вот здесь я вынужден усложнить свое изложение. Я надеюсь, что мне удастся кое-что до вас донести. Один из принципиальных тезисов моего выступления заключается в том, что для философии наука ⁇ это прежде всего набор представлений. То есть, если спросить в таком аристотелевском режиме, из чего состоит наука, философский ответ будет заключаться в том, что наука состоит из представлений. Представлений о мире, об отдельных сегментах этого мира, об отдельных вещах, которые существуют в мире и отношениях, которые между ними существуют. Соответственно, Изучать науку – это значит изучать представление. Но э, философия науки делает дополнительный ход. Речь идет не о любом возможном представлении. В конце концов, э, гравюра, которую вы видите э, на своих экранах, это тоже представление. Э, наука, о, извините, философия исходит из того, что э, наука состоит не просто из представлений, она состоит из специфических представлений, которые называются высказываниями, утверждениями или, как э, говорят, логики, пропозиций. Логика, э, логика и язык, если хотите, являются концептуальным ядром вот этого предприятия под названием Философия науки. Соответственно, э, наука ⁇ это некоторый порядок представлений. Или пропозиций, или утверждений. Но э, философия науки идет дальше. Она утверждает э, следующую вещь: явным или неявным образом. Это не просто порядок пропозиций, это порядок, который является автономным. Что означает эта автономия? Автономия означает следующую вещь. Представьте себе, вы описываете некоторый эпистемологический порядок. Это может быть научная дисциплина, это может быть научная теория, это может быть концепция. Автономия научного порядка означает следующую вещь. Элементы этого порядка, давайте я их запишу в виде некоторой схемы. Например, элемент А1, А2, в общем случае АН. Элементы этого порядка задаются и определяются или отношениями к друг другу, как, например, в процедурах математического доказательства использования логических формализмов, или отношениями к своим возможным теоретическим или эмпирическим референтам. Но мы исходим из того, что научное утверждение это утверждение о чем-то. И собственно вот эта двойная система отсылок делает науку как порядок пропозиций автономным. Но философия науки делает как бы дополнительный шаг. Если мы с вами посмотрим на различные версии философии науки, а их было действительно очень много, мы с вами обнаружим следующее достаточно любопытное обстоятельство. Исследовательская стратегия философии по отношению к науке, как исследовательскому объекту, заключается, если так можно выразиться, в постоянном использовании того, что в науке называется предельным переходом. Ну, представьте, например, следующую вещь. Вот такие предельные переходы работают, например, в физике постоянно. Например, у нас с вами есть механика. Мы исходим из того, что существует огромное количество движущихся тел или тел, которые обладают способностью к движению. Но в уравнении механики вся вот это как бы, бесконечное множество движущихся вещей оно не входит. О чем говорят законы механики? Законы механики говорят об удивительном странном и физически несуществующем объекте материальной точки. То есть законы движения это не столько законы движущихся столов, стульев, наших тел, космических аппаратов или, например, планет. Законы механики это законы движения материальной точки. Но фишка, собственно, заключается в том, что сама материальная точка не является физическим объектом. Вот примерно. Вот материальная точка получается, как некоторый объект, при помощи серии предельных переходов. Вот примерно такую же процедуру проводит в области исследований науки философия. От некоторого множества рассеянных, сходящихся, расходящихся, согласованных, несогласованных, реальных практик производства научного знания – Философия переходит к некоторым идеальным когнитивным схематизмам и объяснительным схемам. Что, собственно, позволяет э, сделать вот этот вот предельный переход? Когда мы от реального множества рассеянного, э, согласованного и рассогласованного одновременно, множество реальных научных практик, переходим вот этим вот идеальным когнитивным схематизмом, объяснительным схему, что мы, собственно, получаем на выходе? А мы на выходе получаем то, что можно было бы назвать сущностью науки. Собственно, вот эти вот идеальные когнитивные схематизмы... Да? И будут определять, что есть наука, в отличие, например, от ненауки. Но по старому платоновскому принципу, согласно которому, идея одновременно является идеалом, мы получаем с вами на выходе подобного рода операции не только сущность науки, мы с вами получаем некоторую нормативную схему, которая позволяет нам, например, определенные типы знаний дисквалифицировать и вообще нормировать как бы, все пространство э знания по принципу научное-ненаучное, научное, более научное-менее научное и так далее и тому подобное. Философия очень любила отправлять некоторые нормативные суждения по отношению к, науч... к пространству научных дисциплин. И в этом смысле, например, математика будет наукой по преимуществу, хотя здесь есть очень много тонкостей, связанных с тем, что математика не занимается наблюдениями и экспериментами. Что делать? Да? Ну, математика как бы, очень часто воспринималась как наука как по преимуществу. Физика является очень хорошим как бы, кандидатом на то, чтобы выступать в качестве образцовой науки. А вот как бы, социальными и историческими дисциплинами как бы, уже очень плохо. Но вот такого рода операции, которые проводились систематически в области философии и науки, возможно только потому, что мы с каким-то образом сформировали вот это вот ядро да, под названием сущность науки. И по вашему счету, философия науки работает с наукой как исследовательским объектом в режиме, что работают не столько с наукой, сколько с идей науки. Вот Science Technology Studies, которые представляет Джон Ло, радикальным образом, да, изменит вот этот способ к обращению с наукой. Обратите внимание на тот контраст еще раз, с которого я, собственно, начал обсуждение этой темы. У нас с вами есть кассир, который читает книги. У нас с вами есть через 50 лет Бруно Латур, который идет в лабораторию, в реальную лабораторию, да, где препарируют крыс, да, где работает сложная аппаратура, да, где строятся графики, выпускают, пишутся статьи и так далее и тому подобное. То есть как бы вот реальная как бы, вот эта вот научная как бы движуха происходит. С чем, собственно, сталкивается э, кассир как исследователь? кассир как раз и сталкивается с этими вот представлениями, которыми он определенным образом препарирует. И на выходе мы с вами имеем некоторое как бы, сущностное ядро того, что, собственно, называется наукой. Латур работает э, совершенно в другом режиме. Ход, который нам предлагают э, Science, Technology, Studies, э, и в том числе э, исследовательская работа Джона Ло, это очень хорошо демонстрирует – мы попытаемся работать с наукой не как с некоторой идеей и не как с некоторым идеалом. Мы попытаемся работать с наукой как некоторым эмпирически фиксируемым объектом. Что, собственно, это означает? Это означает, что вот этот набор элементов, который мы с вами назвали пропозициями, начинает дополняться целым набором как бы новых сущностей. Почему? Но ну, давайте с вами зададимся простым вопросом. А что, собственно, обнаружил, например, тот же Латур, когда а, попал в лабораторию? Что, собственно, там есть в этом месте? Вы понимаете, что лаборатория является местом науки по преимуществу. Если уж искать где-то науку, да, то уж э, это к, лучшего кандидата, чем лаборатория, э, не найти. Хочешь э, увидеть да, своими собственными глазами науку, иди в лабораторию. Что он, собственно, там обнаруживает? И вот, собственно, фишка заключается в том, что он там обнаруживает огромное количество разных сущностей или разных типов сущностей. Там, например, будет достаточно сложная пространственная организация лаборатории. Да? Пространство лаборатории функционально сегментировано. Там будут очень как бы, сложные приборы, которые имеют очень как бы, разные функции. Там будут стоять компьютеры, там будут люди, которые тоже выполняют разные функции в, этом, в рамках этого лабораторного порядка. Там будут тексты. Да? Не будем забывать о том, что никто не отказывается от того, что в состав науки входят э, тексты. Но фишка, собственно, заключается в том, что наука э, производит да, и работает не только с пропозицией. Но, ну, например, Латур обнаружил сразу же банальное обстоятельство, что наука да, производит не только представление, а, например, препарирование крыс. В лаборатории, в которую попал Латур, там необходимо было выделять мозговой экстракт крыс. Вот ученые занимаются и этим. Что, к чему, собственно, это э, все ведет? Это э, приводит к тому, что, парадоксальным образом, если мы хотим с вами понять, науку и сделать ее исследовательским объектом не в виде идеи, а как некоторый эмпирический объект, мы с вами попадаем в ситуацию, когда мы сталкиваемся не с некоторым автономным порядком представлений, а мы с вами сталкиваемся с некоторой принципиально другой ситуацией. Мы с вами сталкиваемся, я сейчас воспользуюсь фактически выражением Джона Ло, с некоторой антологической сложностью. Science Technology Studies принципиальным образом э, изменили представление об онтологическом составе науки. И, соответственно, изучать науку это не только изучать представление. Изучать науку это изучать э, приборы, это изучать профессиональные науки ученых, это э, изучать порядки финансирования, э, это изучать различные формы э, государственного вмешательства и регулирования или дерегулирования -де -де науки потому что без этого науки, собственно, нет. Но это в том числе изучать научные тексты. Ведь в конце концов одна из интриг исследования Латура под названием "Лабораторная жизнь", которая стала одной из главных классик вот этих вот заключалась в том, чтобы проследить, каким образом, например, происходит переход от выделения экстракта мыши к написанию научной статьи. Это означает, что в фокусе в исследовательском фокусе оказались не столько представления, сколько научные практики. И сложность этой ситуации заключается в том, что научные практики да, и все, что с ними связано, являются принципиально множественными. И это подрывает по большому счету да, разговор о том, что у науки есть некоторая идеальная сущность. Science Technology Studies, акторная сетевая теория, как некоторый выделенный сегмент в, этой, в этом сложном семействе концепций, это попытка прежде всего понять, как существует наука в действии, да, как она работает. Не каков ее конечный результат, хотя конечный результат тоже является важным. Как она работает. И вот оказалось, что она работает настолько сложно – что ни в какие формы как бы, философского синтеза, при помощи которых мы оформляли представление о том, что у науки существует какая-то сущность, вот эта как бы, множественность не вписывается. Здесь появляется любопытный термин, который очень часто используется различными современными исследованиями науки гетерогенность. Сам Джон Ло является великим популяризатором слова гетерогенность. В упомянутом мной исследовании португальской экономической экспансии XVI века Джон Ло вводит понятие гетерогенной инженерии. Слово очень модное, но, к сожалению, многие, кто это слово использует, не очень понимают его обозначение, как бы хотя слово достаточно любопытное. Давайте я попытаюсь его пояснить, потому что, собственно мой, один из моих радикальных тезисов будет заключаться в том, что, по большому счету, изображение, которое нам предлагает Брегель, это вот один из способов визуализировать вот эту вот гетерогенность, да, о которой, собственно, идет речь. Что такое гетерогенность? Вот, гетерогенность можно пояснить, исходя из морфологической структуры этого слова. Если мы с вами посмотрим на это слово... которое очень часто на русский язык переводят просто как разнородность, то мы с вами обнаружим, что это слово содержит две морфемы гетера и ген. И, кстати, вот этот двойной морфологический состав слова сохраняется в том числе в русском переводе разнородность. Но о какой разнородности идет речь? Здесь нужно понять, что слово ген в подобного рода конструкциях обладает принципиально двусмысленной семантикой. С одной стороны, с одной стороны, слово "ген" это род в логическом смысле этого слова. Ну, если вы вспомните школьные или университетские курсы по логике, вы наверняка ä, 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 припомните, что существует такая вот базовая школьная процедура определения значение тех или иных слов или терминов, которое получило название определение через род и видовое отличие. Ну, например, стандартной формой такого определения является выборское определение государства. Государство – это социальный институт, обладающий легитимной монополией на физическое насилие. То есть государство относится к роду, да, то есть к классу социальных институтов, но так как, не любой класс является, э, извините, так как не любой социальный институт является государством, нужно некоторый специфицирующий признак. И выборы выбирают в качестве такого специфического признака э, легитимное монополию на физическое насилие. Так вот, род – это э, класс предметов. Да, род в смысле логического класса. И тогда мы с вами получаем э, определение гетерогенности как некоторой множественности, которая состоит из элементов, которые принадлежат разным родам или разным классам. Теперь, пожалуйста, бросьте взгляд на гравюру Брегеля. Мы с вами имеем как бы, визуальное воплощение гетерогенности вот, как бы, вот в ее наиболее кричащем составе. Обратите внимание, какого, каким разным классом принадлежат вещи, которые изображены вот в этом визуальном ландшафте, который предлагает нам Брегель. Здесь кухонная утварь, здесь экспериментальные инструменты алхимика, да, какой-то там перегонный куб, какие-то там мензурки, колбы, песочные, песочные часы. Давайте я пройдусь по тому, что есть у нашего замечательного алхимика. Да? Вот, например, да? песочные часы, печка, да? какие-то сосуды, перегонный аппарат да? и так далее и тому подобное. Но если пройтись по этой по этой гравюре внимательно, мы с вами обнаружим, что эта гравюра содержит вещи совершенно других кабы классов. Ну, например, здесь есть, вот, например, мастерок. Да? Есть большое подозрение, что Брегер был очень большим специалистом по строительству. Ну, например, его Вавилон, две версии Вавилонской башни, вот, позволяют как бы, понять, что он знал как бы, строительной техники своей эпохи просто в мельчайших деталях. То же самое кстати, касается инструментов радикального физического насилия в виде там, пыточных колес или э, э, виселиц, которые появляются, например, там, в пляске смерти и так далее и тому подобное. Да? Здесь мы с вами... Ой. Здесь мы с вами видим некоторые элементы, скорее, домашней утвари, да, но из этого уже практически ничего уже нельзя как бы, приготовить. Да? Здесь у нас с вами кошель, как экономический предмет. Да? Пустой горшок на ребенке. Ну, и так далее и тому подобное. То есть мы с вами видим, что эта гравюра в едином пространстве, ну, в принципе, это делает любая живопись, совмещает, представляет некоторую как бы, гетерогенность в смысле представления предметов, которые принадлежат к разным классам. Но у слова «ген» Или род, есть еще дополнительное а, значение, которое является важным: род в смысле происхождения. Ну, когда мы с вами говорим, что мы с тобой принадлежим одному роду, да, в том смысле, что мы с, вами, с тобой имеем одно происхождение. Так вот, а, в этом значении гетерогенность вот это значение будет очень важно для многих исследований Джона Ло это работа, в том числе с такими ситуациями эмпирическими ситуациями, исследовательскими ситуациями, когда вычленяются элементы, которые попали в эту ситуацию и взаимодействуют в, в рамках этой ситуации, но эти элементы имеют разные да, и автономные друг по отношению к исторической траектории. Они попали как бы, в эту ситуацию как бы, по разным как бы, историческим траекториям, они имеют разное происхождение. И вот, по вашему счету, ЛО предлагает нам как бы, удерживать вот эти два как бы, значения как бы, И в этом смысле, в этом смысле, то, что обнаружил э, Латур, то, что потом было, если хотите, подтверждено многочисленными другими лабораторными исследованиями в рамках Science Technology Studies, заключается в том, что любое реальное место науки является местом гетерогенности. Вот в этом как бы двойном значении этого слова. Например, старые экспериментальные техники могут соседствовать с новейшими экспериментальными техниками, да. Например, мензуркам и пробиркам, например, уже много сот лет, да, потому что там мензурки использовали те же алхимики. Но в современных лабораториях мы видим и новейшую с вами, как бы, аппаратуру. В лабораториях есть люди, есть исследуемые вещи, есть как бы, приборы, есть сложнейшие порядки как бы, финансирования и так далее и тому подобное. Мы с вами имеем некоторую радикальную как бы, гидрогенность. Вот принципиальный ход, который делает СТС и Джон Лоу его будет подчеркивать каждый, собственно, раз: всякий раз, когда мы с вами имеем дело с чем-то, что называем наукой, или пытаемся превратить в науку в исследовательский объект, мы получаем некоторую онтологическую сложность. Кстати, вот одним из любопытных следствий вот этого как бы хода стало то, что сейчас, например, одним из самых любопытных направлений в области исследований науки, я скажу об этом в гараже специально, является исследование визуальности. Ну, в каком смысле визуальности? А визуальности в очень любопытном смысле. Обратите, пожалуйста, внимание, что это должно соответствовать вашему в том числе повседневному опыту, но вот строго говоря, наука производит не только утверждения о мире. Наука очень разными способами визуализирует свои объекты. Но, например, стандартная философия науки, вот если вы возьмете учебники по философии науки или почитаете тузов из этой области, ничего не знает о визуализации в науке. Визуализация в науке – это отдельный, очень как бы, сложный как бы, разговор, который я как бы, не рискую здесь как бы, начинать, но ситуация именно такова. То есть, по большому счету, вот в это как бы, гетерогенное множество элементов, которые предполагают как бы, сложность онтологического состава науки, да, входят различные формы визуализации. Начиная от атономического атласа, например, там, Визалия, и кончая, например, там, современными спектрограммами, которые получают как бы, физики. Да, или, например, там, картами там, звездного неба. Наука в том числе занимается очень сложными визуализациями. Ну, в этой связи позволю себе рассказать один случай из моей как бы, жизненной практики. У меня есть очень близкий друг, который является историком науки. Он доктор исторических наук, но по образованию он астроном. Вот, и до сих пор преподает астрономию, в том числе в Тульском университете. Это Константин Иванов, который в том числе является редактором серии «Истории науки» в издательстве «Новое литературное обозрение». Вы знаете, что у «Нового литературного обозрения» много всяких серий. И вот одна из серий, на мой взгляд, одна из самых интересных, это серия, которую руководит Константин, это, вот, собственно серии по истории науки так вот константин просто в голос как профессиональный астроном и одновременно профессиональный как бы, историк ржет над различного рода визуализациями космоса которые продаются в книжных магазинах вот эти красочные картинки вот эти как бы взрывы туманности все это очень красочно там всеми цветами радуги это раскрывается и так далее в реальной астрономической работе астрономов этому вот этому буйству ничего не соответствует Астрономы, как правило, работают с изображениями астрономических объектов, которые являются какими-то белесыми пятнами на каком-то сером фоне. Они а не вот этими как бы, красочными буй, буйными картинками, которые там, нас любят там, почвать там, та же НАСА и так далее и тому подобное. Визуализация является очень важной составляющей науки как таковой. Но еще раз повторяю, как бы философия науки об этом не знает. Но об этом будут знать как бы СТСники. Почему? Потому что они, собственно, идут в реальные места, где эта наука э, делается. И, собственно, э, роль визуализации регистрируется, фиксируется как бы непосредственным образом. Гетерогенность. Ну, это на самом деле начало очень как бы, сложного разговора, потому что нужно понимать, что вот это принципиальное отделение от философии, которое производит СТС, разделение от философии в том смысле, что мы сделаем то, что философам запрещал делать Платон, да, как отец всех философов. У Платона есть некоторые, некоторые выражение, которое можно воспринимать в качестве методологического лозунга философов. Философы не занимаются грязными ногтями. Вот СТС – это занятие, в этом смысле занятие, исследовательское занятие грязными ногтями. Но парадоксальным образом, парадоксальным образом, и это показывает в том числе книга, которая была переведена на русский язык Джона Ло после «Метода», вот этот разрыв с философией в том числе обеспечивался очень мощными философскими ресурсами. И в этом смысле книжка, например, ⁇ После метода ⁇⁇ это книга одновременно социолога и философа. Да? Человек, который ищет способы, каким образом собственно, выразить то, что он собственно обнаруживает эмпирически. Эмпирически он обнаруживает радикальные формы сложности, радикальные формы неопределенности. Как об этом говорить? Как это исследовать? Есть еще один аспект, на который я хотел специально остановиться. Он заключается в следующем. Давайте я, с вашего позволения, вот переверну и попробую написать еще одно слово. Это слово технонаука. Исследования науки и технологии или исследование технауки. <laughs> да? Вот а, вот меня а, уже очень давно этот оборот а, вводит в некоторый, если хотите, интеллектуальный ступор. Я сейчас попытаюсь объяснить, а, с чем связан а, этот ступор, а связан он а, прежде всего с тем, что а, в определенном смысле наука была технонаукой всегда. Вот как бы мы с вами не выстраивали бы историю науки, мы с вами вынуждены всегда констатировать, что наука всегда была связана с теми или иными техниками. Я сейчас приведу как бы соответствующие примеры вот, и попытаюсь показать, какое некоторое дополнительное значение мы можем предписать этому термину. Почему? Потому что именно с этим будет связано огромное количество исследовательских ходов, которые делает и тот же Джон Ло, и СТС вообще. Давайте мы с вами представим себе палитру некоторых исторических примеров. Мы исходим из того, что технонаука – это обозначение некоторого актуального состояния науки. Вот современная наука – это прежде всего технонаука. Но еще раз повторяю, парадоксальным образом наука была как бы Техничный или технонаукой э, всегда. Примеры здесь можно приводить, по большому счету до бесконечности. Ну, давайте я начну с э, самых э, дальних э, примеров. Ну, например, машина Архимеда, который прославил э, в том числе Плутарх, да, которые э, при осаде Сиракуса доставили такое э, большое волнение римск... римским войскам э, машины Архимеда. Если мы с вами двинемся ближе к современности, мы с вами постоянно будем сталкиваться с тем, что то, что мы готовы отождествить в качестве научного исследования, так или иначе предполагает исследование как бы сложных техник. Обратите внимание на то, что на гравюре Брейгеля, который относится к XVI веку, мы тоже с вами имеем целый набор, если хотите, работающих технологий. Ну, например, вот этот вот перегонная конструкция. Печь, да, а часы, которые сами по себе уже являются технологией измерения времени. Угу. Но можно например, приводить долго и упорно. Например, мне нравятся примеры, связанные с астрономией. Ну, вы знаете, например, что в 16 веке, чуть позже, чем была нарисована гравюра Брейгеля, был такой замечательный датский астроном по имени Тихо Браги. Чем, собственно, прославился Тихо Браги? Тихо Браги прославился не только тем, что он пытался найти некоторый концептуальный, если хотите, компромисс между системой Птолемея и системой Коперника, но Тихо прославился тем, что он был последним известным астрономом, который наблюдал за небом невооруженным глазом. При этом, при этом Датская корона, а Тихо Браги был э, датчанином, Датская корона строит ему сумасшедшую по сложности обсерваторию, которая получила название Ураниборг на острове Вен, и при этом он наблюдает за небом невооруженным глазом, но эта обсерватория была просто чудом как бы, технической мысли XVI века. Это была очень навороченная как бы, обсерватория, оснащенная самыми различными как бы инструментами, но все-таки Тихо Браги наблюдал за небом невооруженным глазом. Кто первый, э, собственно, начал наблюдать за небом э, невооруженным глазом или в телескоп? Ну, легендарный Галилей. И здесь мы с вами попадаем в достаточно любопытную вещь, да, которая как бы усложняет разговор об астрономическом наблюдении. Какое, собственно, принципиальное новшество предполагало использование телескопа? Ну, например, оно предполагало, что мы перестаем наблюдать на небе только точечные объекты. То есть введение наблюдения при помощи телескопа ну, если говорить э, таким вот заковыристым как бы языком, радикальным образом изменяет антологию наблюдаемого объекта. То, что вы воспринимаете невооруженным глазом глядя на небосвод в качестве точечных образований в телескоп э, предстают в качестве объектов, которые имеют протяженность и некоторую текстуру. Потому что по большому счету э, единственные два объекта, которые вы можете наблюдать э, на небе невооруженным глазом, которые не являются точечными, это Солнце и Луна. Но как только вы наведете телескоп на Луну, фишка собственно заключается в том, что вы начинаете видеть, что это не просто некоторый плоский диск, да. Вы имеете некоторую поверхность, которая очень сложно текстурирована, да. Там есть равнины, там есть кратеры, там есть горы, там долины и так далее, и тому подобное. То есть Луна представила в качестве объекта с очень сложным ландшафтом. Так вот, по большому счету, введение телескопа это одновременно как бы, означало, введение, означало, что астрономические объекты становятся онтологически сложными. Так вот, примеры с технологиями в науке можно умножать, 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 какую бы науку вы ни рассматривали. Науку 16 века, науку 17, 18, 19, ну, 20 век это вообще э, понятно. Кстати, э, если мне вообще позволено высказать, опять же, некоторое личные удивление, мне, э, меня всегда удивляло то, что античная математика, вы знаете, что Древняя Греция, собственно, произвела арифметику и геометрию в качестве некоторых интеллектуальных дисциплин. Э, именно греки изобретают процедуру доказательства. Так вот, э, если мы с вами посмотрим, как, собственно, греки сами понимали математику, там вот в этом понимании вписан, некоторый, как бы, если хотите, структурный парадокс, который, кстати, непосредственно имеет отношение к технонауке. Дело в том, что древние греки, которые занимались математикой как научной дисциплиной, проводили четкое разделение между математикой, арифметикой, геометрией да, в античном варианте, как некоторой эпистемой, как некоторым знанием, и математикой как некоторым техне. Некоторым искусством. Искусством чего? Ну, например, искусство счета или искусство измерения земных поверхностей. Фишка, собственно, заключается в том, что этот шаг, который прописывает явным образом Платон, для того, чтобы стать геометром в смысле математика, с точки зрения античности, вы в буквальном смысле должны перестать мерить Землю. То есть, как бы, занятие математикой не предполагает занятие, как бы, практическими вещами. Вы должны в буквальном смысле перестать мерить землю. Все геометрические фигуры, о которых говорит геометрия, это то, что не существует в порядке физической реальности. Да? Они висят там где-то на, условно говоря, платоновском небе. Так вот, один из парадоксов ситуации заключается в том, что вот это, как бы, оторванная от физического мира дисциплина, оказывается, содержало свое потаенное технологическое ядро. В чем оно, собственно, заключалось? Я не знаю, знаете вы об этом или нет. Когда мы с вами в школе изучаем геометрию, мы начинаем изучение геометрии с того, что выучиваем пять аксиом геометрии. На самом деле у Евклида было различие между аксиомами и постулатами. И то, что мы с вами учим как аксиомы, на самом деле смешивает как утверждение аксиоматического характера, так и постулаты. Например, аксиома параллельных прямых на самом деле является постулатом. Но в чем, собственно, тонкое различие между аксиомом и постулатом? И вот здесь мы с вами подходим к тайному ядру технонауки в античной математике. Обратите внимание на то, что постулат в геометрии Евклида — это положение о построении. Аксиома – это утверждение об отношении между некоторыми геометрическими сущностями, а вот э, постулат – это утверждение о возможности построения. Вспомните, пожалуйста, каким образом формулируется э, положение о параллельных прямых. Через точку, лежащую вне прямой, можно провести, вот это можно, да, это постулат о построении, можно провести только одну прямую параллельную данной. Так вот, э, в чем, э, собственно, технологическое тайное ядро? Фишка, собственно, заключается в том, что античная геометрия работает только с такими геометрическими объектами, которые могут быть построены при помощи линейки и циркуля. Но фишка, собственно, заключается в том, что это нереальные линейки и циркуль. Это некоторые идеализированные инструменты, которые обладают абсолютной кривизной, или циркуль может поддерживать постоянство раствора, да, когда вы, например, делаете как бы, окружность, ни, од... ни один из реальных инструментов не а, может удовлетворять тем требованиям, которые а, античные математики предъявляли своим идеализированным инструментам. И мы с вами получаем ситуацию: что с одной стороны, геометрия как бы, отказывается от техне, да, от реальных как бы, инструментов, с другой стороны, геометрия содержит некое как бы, потаенное технологическое ядро. Некоторую как бы, технологию, да, технологию построения геометрических объектов при помощи идеальной линейки и идеального циркуля. И, кстати, эти технологии, как любые технологии, содержат ограничения. Эти ограничения получили название великих математических задач, типа квадратура круга, трисекция угла или удвоение куба. Так вот, если мы с вами оказываемся в ситуации, что техно, как бы, наука была технической всегда, и в определенном смысле техническая была даже математика, которая уж точно не э, оскверняет себя занятием грязными ногтями, а да, парит в каких-то своих собственных высотах. Статус математики является крайне загадочным, я сейчас даже как бы, боюсь подступаться к этой теме. Потому что само существование математики это одна большая тайна. Так вот, если э, как бы, наука была технической всегда, что мы, собственно, хотим выразить вот этим термином технонаука? И при этом мы говорим с вами, что. Э, Science Technology Studies — это вот изучение технонауки. То, что я сейчас скажу, является некоторым, если хотите, проясняющим предположением. Мне кажется, что мы можем исходить из следующего. Технонаука — это такое состояние науки, когда оно отвечает двум важным требованиям. Первое. Технонаука — это не просто состояние науки, когда в производство научного знания задействованы сумасшедшие технические организационные ресурсы. Ну, в этом смысле, например, парадигмальным примером технонауки является Манхэттенский проект или проект генома человека. Да, это были сумасшедшие действительно технические и организационные ресурсы. Дело не в этом. Мне кажется, что технонаука — это такое состояние науки, когда а, наука начинает управляться, исходя из определенного императива. Какого императива? Вот если это попытаться выразить очень просто, этот императив звучит следующим образом. Наука должна производить такой тип знания, который может быть преобразован в товары и услуги, мы их называем технообъектами, которые наделены собственно-экономической стоимостью. То есть фишка заключается в том, что наука, как бы техно как бы наука была технической всегда, но техно это такое состояние науки, когда она управляется исходя из вот этого вот императива. В этом смысле техно это пересборка науки как некоторого экономического порядка и становится понятным что э, наука от науки императивно требует да, не просто познавать мир, да, не просто э, заниматься созерцанием э, красот э, природы да, или, например, там, древних культур. Э, технонаука ⁇ это прежде всего разговор об экономике. И по большому счету от науки требует э, производить э, такого рода объекты, которые наделены э, экономической стоимостью. То есть участвует, по большому счету в расширенном воспроизводстве экономического порядка. Вот вся идеология или все идеологические, социальные, там, не знаю, там, технические, материальные машины там позднего неолиберализма, да, настроена именно на это. Но есть второй аспект, который связан вот с этим первым аспектом. Он заключается в следующем. И здесь мы с вами непосредственно подходим к тому, чем занимался ЛО как исследователь. Обратите внимание, если от науки требуют производить объекты, наделенные рыночной стоимостью, это означает, что в параллель к этому процессу или в качестве его естественного продолжения мы с вами получаем авральную или тотальную колонизацию нашего с вами повседневных режимов существования этими технообъектами. Что, собственно, это означает? Это означает, что по большому счету мы оказываемся в такой ситуации, когда мы уже не можем вообще проводить разделение относительно того, вот здесь наука есть, а вот здесь науки нет. Почему? Потому что в определенном смысле технаука – это такое состояние науки, когда наука, условно говоря, везде. Да? В электрическом чайнике, который я ставлю на кухне, в микроволновке, в смартфоне, в моем общении с докторами в поликлинике, да, там, я не знаю, через очень сложные научные технообъекты проходят, например, мое общение с налоговыми службами и так далее и тому подобное. Наука в этом смысле является, становится тем, что существует как бы везде. И в этом смысле, в этом смысле Ло работает с такими исследовательскими ситуациями, Джон Ло, как исследователь, когда по большому счету уже не имеет вообще никакого смысла говорить о том, что с одной стороны есть общество, а с другой стороны есть наука. Почему? Потому что как бы мы с вами не определяли бы социальный порядок, социальный мир и так далее, в его онтологический состав входят что? Технообъекты, как собственно воплощение научных знаний. Вот наука существует не только в виде а, дифференциальных уравнений, да? Наука не только существует в виде уравнения Шрёдингера, который описывает поведение элементарных частиц в квантовой механике. Наука, собственно, существует в виде технообъектов, которые принципиальным образом э, вторгаются в наш повседневный порядок, определяя его, навязывая свои собственные протоколы, э, расширяя наши возможности. Обратите внимание, здесь обсуждение этих вопросов не должно носить как бы сугубо нормативный порядок, нормативный характер. Я не говорю о том, что это хорошо или плохо. Это, если хотите, просто по факту. Задумайтесь, пожалуйста, над тем, какой объем науки должен был быть задействован только для того, чтобы я сегодня появился перед вами на экране вот с обсуждением этих вопросов. И э, гравюру Брейгеля. Гравюру Брейгеля демонстрирует в том числе, если хотите, эту ситуацию. В чем пикантность этого, вот, этого изображения? Я сейчас выскажу одну идею, а потом я ее прокомментирую достаточно большой цитатой. Это единственный фрагмент, который я позволю себе просто прочитать с листа. Смотрите. В чем странность этого изображения, если на него смотреть э, современным э, э, взглядом? Странность этого э, изображения заключается в том, что некоторая, ну я не побоюсь этого слова, научная деятельность этого алхимика, даже если эта деятельность потерпела сокрушительный крах, а мы должны с вами понимать, что наука, правда науки не любят об этом говорить, наука состоит в том числе из обширного по территории кладбища. Да, Кладбища идей, да, не, не, отбракованных концепций, теорий и так далее и тому подобное. Наука это в том числе кладбище. Так вот, э, фишка, собственно, заключается в том, что э, этот человек, который занимается научными исследованиями, ну, для научных регористов э, возьму это слово в кавычках, но где он этим занимается? Он этим занимается, условно говоря, э, на кухне своего дома. То есть, по большому счету, мы с вами видим что научный порядок или порядок научного исследования по большому счету не отделен, в том числе в буквальном пространственном смысле этого слова, от э, порядка семейного существования и, э, собственно, экономики, которая обеспечивает э, этот семейный порядок. И в этом смысле, как бы наук, наука является частью вот этого как бы социального мира. Конечно, мне могли бы возразить, что мы с вами имеем изображение такого, если хотите, докапиталистического типа в смысле Макса Вебера, потому что один из главных тезисов Макса Вебера заключался в том, что генезис капитализма это в том числе генезис разделения между предприятием и домохозяйством. Вот этого как бы, разделения здесь как бы, еще нет. Но сейчас мы с вами имеем ситуацию очень схожей вот как бы с этой. Наши с вами как бы, жилища. Наши с вами места работы, даже если мы с вами не занимаемся научными исследованиями, просто насыщены различного рода реализациями да, науки, научных идей, научных концепций, да. И в этом смысле как наши с вами миры сделаны из науки. Вот один из выдающихся современных историков науки, американец Стивен Шейпин, в 2016 году пишет любопытную статью под названием «Невидимость науки». В каком смысле наука невидима? Что, собственно, обозначается вот этим кричащим как бы, выражением? Мы постоянно слышим о науке. Шейпин настаивает на том, что наука в определенном специфическом смысле является невидимым, потому что она настолько плотно вписала в себя, в наши повседневные режимы существования, в многочисленные социальные практики, Банковское дело, маркетинг, государственное управление и так далее и тому подобное, что мы уже, собственно, не различаем науку как таковую. И он делает достаточно провокационный шаг. Вот он начинает статью с небольшого воспоминания о том, где он живет. А он живет в Кембридже, штат Массачусетс. У него тут под боком Гарвард, да? а с другого бока у него технологический, массачусский технологический институт. «Места науки по преимуществу, но рядом с его домом вездесущий Макдональдс». И э, Шепин начинает с провокационного утверждения о том, что, э, оказывается, науки в Макдональдсе не меньше, чем в Гарварде и в Массачусетском технологическом институте. Я сейчас, э, с вашего позволения, э, прочитаю цитату Шепина, чтобы... Э, вот эту как бы, провокацию не оставлять в подвешенном состоянии. Ну, Шейпин пишет следующее: хотя никакой науки, наукой в Макдональдсе не занимаются, большая часть того, что в нем происходит, прошла через каналы, проложенные научной и технологической экспертизой. Любой ресторан Макдональдса место встроенной науки. Продукты, которые являются основанием и смыслом существования этих ресторанов, прошли обширные научные и технические исследования и тесты. И любые другие продукты, которые к ним добавят или которых их заменят, тоже будут подвергнуты исследованиям и анализам. Электропроводка, освещение, отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха и холодильные системы, все это было спроектировано, испытано, проверено на эффективность и безопасность легионами технических экспертов. Как и аналогичная инфраструктура общественных зданий по всему городу и стране. Стандарты безопасности продуктов питания, их хранения и приготовления устанавливаются и контролируются, опирающиеся на науку, государственной экспертизой. Макдональдс — это одно из огромного множества пастеровских мест поздней современности, в которых старая наука образца XIX века служит основанием для новейших открытий, например о штаммах бактериях и токсинах, которые эти бактерии могут производить, или о физиологических последствиях употребления трансжиров, натрия, кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Одним из следствий тех различных исследовательских усилий которые предпринимались под знаменами Science Technology Studies или под знаменами актерной сетевой теории или под знаменами современной истории науки, стало то, что по большому счету мы теперь еще хуже понимаем, как нам отвечать на вопрос, что мы исследуем, когда исследуем науку. Одна из мысли, которые здесь приходят, заключаются, собственно, в том, что мы теряем некоторые, как бы, дифференцирующие критерии, или мы, как бы, их не имели, или у нас была иллюзия того, что мы имеем. Теперь мы с вами оказываемся, как бы, в ситуации, когда исследовать, например, социальные миры, это одновременно означает исследовать науку. Вездесущность науки, да, в наших с вами социальных мирах, в наших телах в нашем окружении, в наших практиках, в наших взаимодействиях и так далее и тому подобное, вездесущность науки является некоторым стран, страшным следствием. Следствием того, что мы, по большому счету, должны понять, что теперь мы должны работать с каким-то очень сложным топологическим представлением о науке. Наука оказалась очень масштабным, очень разнообразным и очень гетерогенным явлением, и мы, по большому счету, не можем уже противопоставлять науку и общество, или, например, науку и природу. Например, принципиальный ход, который делается практически во всех современных исследованиях науки и технологий, является концептуальный и практически исследовательский отказ от оппозиции между природой и обществом. Почему? Потому что мы, собственно, работаем с такими исследовательскими ситуациями, эмпирически работаем с такими исследовательскими ситуациями, которые не поддерживают это различие. И в этом смысле, в этом смысле мир, в котором мы с вами существуем, это мир, если хотите, эпистемологических и, и, как сказал бы Джон Ло, перформативных машин. Почему? Потому что наука нас, или науки или научные исследования, или различные инкарнации науки. Нас не только исследуют, они нас переформатируют. Они переформатируют наши как бы, тела, они переформатируют наши среды, они переформатируют наши практики, они переформатируют то, что, что мы себя представляем. И в этом смысле, в этом смысле, а метод, о котором будет говорить Джон Ло в своей книге "После метода", это метод, который не предполагает, что ему предшествует как бы некоторая реальность. Это метод, который что-то создает, он как бы перформативен. Ло будет настаивать на том, что научные методы, во множественном числе (это важное уточнение), это некоторые перформативные машины, которым удалось создать да, и стабилизировать на определенный момент те или иные возможные реалии. В случае алхимика мы с вами видим ситуацию, когда метод провалился. Да, как бы философский камень не был получен, да, крах семейного порядка. Но фишка, собственно, заключается в том, что многие собственно, методы достигают стабилизации некоторых реалий. Но это не означает, что им не будут противопоставлены другие методы. Мир, в котором мы, собственно, существуем, это мир радикальной как бы, неопределенности, в котором, если не все, то многое возможно. Да? Мир может быть переделан. Отсюда, например, тема, которая будет возникать у Джона Ло с, с, с периодичностью, это тема онтологической политики. Если мы можем переделывать миры, в которых мы, собственно, живем, да, в каком мире мы хотим жить, Другое дело, что ЛО, к сожалению, не учитывает того банального обстоятельства, что не все из нас находятся в тех социальных позициях, которые позволяют принимать подобного рода решения. Я, с вашего позволения, обращусь к нашему организатору. Сколько у нас времени осталось? Ну, давайте я попробую как бы, финализироваться, подведу как бы, некоторые итоги. Я не уверен, удалось ли мне донести ряд важных как бы, вещей. Но я повтор попробую повторить два главных тезиса, о которых я здесь более подробно распространялся выше. Значит, что собственно иллюстрирует, как бы для меня, это гравюру Брейгеля. Почему я, собственно, предложил соотнести гравюру Брейгеля с идеями, которые разрабатывались Джоном Ло, в частности, и вот этим набором сложных концепций под названием Science Technology Studies. Первый тезис заключается в том, что это гравюра а некоторой, если хотите, онтологической сложности, онтологической гетерогенности, онтологической множественности. Вот именно этот образ науки или наук во множественном числе рисует нам эмпирические исследования, которые мы с вами объединили под маркой СТС. Второй, собственно, тезис заключался в следующем он был связан с понятием технонауки. Технонауку мы с вами определили, исходя из двух признаков. Если хотите, это некоторое мое предложение или предположение. Первый признак состоял в том, что технонаука предполагает не столько использование техники, хотя и техники как бы тоже, да? но технонаука — это режим существования науки, когда знания переводятся в технообъекты, то есть вещи, которые наделены рыночной стоимостью, и вот эти как бы, вещи осуществляют экспансию и преопределяют как бы, порядки нашего с вами повседневного существования. Собственно, картина Брейгеля показывает нам ситуацию, когда непосредственно как бы, вписанности научных практик, пусть и неуспешных, да, в режимы повседневности. Давайте я, с вашего позволения, буду потихонечку заканчивать. Я хотел бы поблагодарить «Гараж» за возможность выступить перед вами. Хотел бы поблагодарить Анну Михаленко и ее прекрасную команду, которая меня успокоила, меня здесь очень тепло встретила, изощренно технически организовала трансляцию. Спасибо вам, ребята, большое. Я также хотел бы поблагодарить своего друга и коллегу, с которым меня связывают многие интеллектуальные проекты. Это сотрудник Института философии Александр Писарев, потому что многие идеи, которые мне здесь скорее всего, не очень удалось внятным образом изложить. Но вы должны иметь в виду, что эти идеи как бы, требуют скорее письменной реализации, чем устного изложения. Вот. Но вот многие эти идеи как бы, разрабатывались совместно с ним. Я также хотел бы поблагодарить свою первую половину, Ольгу Гавриленко, которая на протяжении достаточно продолжительного времени спокойно по вечерам выслушивает мои многочисленные фантазии, посвященные Брейгелю, современным исследованиям науки и технологии. Всем вам большое спасибо. И, конечно, спасибо вам, дорогие слушатели.